Ладно, сам выбрал свою судьбу, скотина такая, я тебя сейчас уработаю, блин. Спи давай, спи, 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 у меня лук сломался, спи, пожалуйста, ты меня сейчас убьешь. Всем привет, друзья, меня зовут Владимир, и с вами Вредный Енот, это моя мопса Мордая 2. Не помню, показывал, не показывал, в общем, мопса Мордая 2, у меня появилась зверюга. Так. Крота-крыс. А я потом как-нибудь его переименую, не знаю. В общем, сегодня у нас задачка-то простая. Нам нужно найти металл. Соответственно, пойдем мы это делать на рапторе. После того, как мы найдем металл, мы сделаем себе вот уже не вот эту вот, не вот такую вот порнографию. Мы сделаем себе нормальный, хороший, мощный, крутой, мега, имба, супер-пупер арбалет. И с его помощью попытаемся, во-первых, притомить стегозавра вот этого. Он давненько ходит, кстати говоря, какой левел ходишь-то? 32-й, ладно, сойдешь. Вот, а во-вторых, я хочу притомить опустошителя. Для этого нам понадобится ловушка. Я думаю, вполне ее можно будет сделать из дерева. Камень, я думаю, нам, наверное, не пригодится. Но попробуем из дерева сделать, потому что болосом мы не успеем его вырубить. Максимум там 15, 20, может 30 левел мы успеем еще вырубить его. А все остальное нужно через ловушку. Ну что ж, поехали. Опа, напало, напало. Давай, долбим, долбим. Мышка моя, где ты? Мыха, ёпте, давай, давай. Я, короче, неспроста просто так, в смысле, не просто так, а неспроста, короче, я взял с собой крота-крыса, потому что я знаю, какие эти сволочи, вон, третья бежит, скотобаза. Потому что я знаю, как они любят, гопники эти, устраивать тут замесы нам, вот такие вот, просто подляны. Ладно, 16 левел, отобьемся. Давай, быстрее, быстрее, крота-крыс, ты что? Ты что? Бей его, куси, разик. Хорош, молодец. Ой, кипиш это навел, а? Ну-ка, жри его, жри. Его жри. Его же, капец, подбили вообще. Раптор подбитый. Чего, черепашка упала. А, кротокрыс, ты как? Так, раптор, я сейчас откормлю. Кротик. Кротик, о. Кротик, да ты вообще как малорик. Штаны гид меня достала. Молодец. Так, чем бы тебя от... Так, давай-ка мы тебе, наверное, дамагу сделаем. Все. Так, ну ладно. Полпути мы немножко прошли куда-то. Так, идем дальше искать, собственно, металл. Пойдем. Я тебя потом как-нибудь назову. Сейчас ты меня зарекомендуешь себя передо мной. Я там тебе что-нибудь прикольное сделаю. Точно, придумал. Я ее назову Роло. А и плевать, что она девочка. Это будет Роло. Кто не понял, о чем речь, срочно, прям срочнейше включаем плейлист Ghost of a Tale. И понимаем, почему. Именно эту крысу я назвал в честь той крысы, которая прям вообще великий супер боец была, и которую спасла нашу жопу и неоднократно. Так, это что такое? Халява, сэр! Хорош! А кто тебя убил, слушай? Слышь! Баран! А кто тебя завалил-то, алло? Ты драться будешь или что ты? Не. Так, что-то бегает. Так, хорош. А, это раптор. Так, пацаны, пассив. Я пошел на раптора охотиться. Ой, их там двое. Да похрен. Не, ну как похрен. У меня был просто один. Блин. Черт. А! Пацаны, атакуй. Пацаны, тихо. Так, спокуха. Пацаны, нет, нет. Да ёб твою, я не на пассиве. Ай, зашибись. А я вообще молодец, я красавец просто. Чёрт. Кидалово. Скоты раптора уработали, а. О, кстати, сюда, хороший раптор. Ара, мышка. Фу, блин, крысу сейчас завалят тоже нахрен. А нет. Ну, я знаю, где еще достать, конечно. Но нет. Это Роло, Роло, нейтраль, бей их, мочи, козлов, мочи. О, ты живой, что ли? Ты как так? Плохо. Отвратительно. Пошло, блин. Толпа гопников меня закопала. Так, кто из них сюда второй? Ты меня, собака, сейчас, блин, мою жопу будешь катать. Так, в смысле? 44-й, это мой был 102-й. Ёперный ты театр. Вот это весело, а зашибись. Ладно, вон там еще сходит. А что это до хрена раптор-то, нет? Какие левелы?
76, 16. А чего так до хрена-то? Не, давайте, короче, как-то по-другому. Давайте, короче, пойдем кого-нибудь притамим опять. Твари, а. Вот они, две скотобазы бегают, короче, я решил их притомить. А, болос я сделал. А куда ты бежишь, а? Скотина. Первая скотина. Вторая скотина. Хорош. Раз. Не того начал. А чё у меня? А, вот. А ты какой левел? 12. Нормально, тебе тут 3 стрелы надо там. Плюс ты у меня... Ага, отлично. Так, а тебе, ну... Ладно. Сам выбрал свою судьбу, скотина такая. Я тебя сейчас уработаю, блин. Спи давай, спи, 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 спи. У меня лук сломался, спи, пожалуйста. А ты меня сейчас убьешь. Да не, не убьет, куда он нахер денется? Куда ты щеманул, а? Слышь. Так, ладно, у него пока КД, а у меня пока лук надо починить. Так, по-моему, у меня дерево... Нет, у меня дерево было. Чего не хватает-то на лук? Что не так? Волок, ёшкин кот. Ладно, у нас один раптор, короче, вырублен. Мы его сейчас быстренько барашкой накормим, будет вообще все замечательно. Так, осталось найти, куда тот убежал. Мы его сейчас поймаем, ребят. Чини давай. Так, ну ты, конечно, мелочь пузатая совершенно. Вон он бегает. Слышь, иди сюда. А куда ты собрался? Ага. Я тебе подергаюсь еще. На, раз, два, три. Другое дело, нифига себе. Связано еще скотина дергается. Я тебя сейчас устрою, блин. Ты меня сейчас реально будешь мою инотовскую жопу катать. Так, а нам нужно лут еще найти. Где завалили наших. Во-первых, раптора, во-вторых, нашего кротокрыса. Там же как минимум хотя бы на рапторе-то седло было. Блин. Попался, таракан. Короче, у меня тут походу сейчас... Ой, какая армия будет. Правда, мелочи пузатые. Ну да ладно. Давай, блин, спи. Слышь. Так, короче, надо болосов наделать. А, я так понимаю, где-то там у меня крутокрыс. А, трупик валяется. А раптор где-то что-то я, походу, хрен его найду. Нормально. Так. Надо еще делать болосы. Что-то как-то отвратительно. Не смог я найти, блин, седлом. Сожрали раптора. А, нашел только трупик от нашей. Так, во-первых, пацаны. Давай атакуй. Нашел только трупик, блин. Вы же не задели? Не, вроде не задели. Трупик от кротокрыса нашел. Ну и на этом, пожалуй, все. Главное, чтобы они сейчас, я просто что волнуюсь, стегозавра бы не задели. Пускай они пока качаются. Диплодок — это самое бесполезное создание тут. Она может только отшвыривать и ни хрена больше. Вот мне нужно, чтобы они немножко прокачались. Потому что мы сейчас пойдем туда, а там вон, видите, рапторы бегают. Так, ладно. Давай, мужики, давай-давай, не отвлекаемся. Больше бегаем, дыхалка будет больше. Так что, чем дальше он нас откидывает, тем вам полезней. А я ж про эту скотину забыл, блин, пока не споткнулся об нее, даже не вспомнил. Так, ну чё, какой у вас левел? Давайте, рассказывайте. Завалили они кое-как этого. Так, это на. А, и тебе... А ты, слышь, ты чё такой дохлый-то? Так, а тебе дали левел? Нет, ты не успел встать. Ладно. Так, хорошо. Короче, они минут 5 его, наверное, гоняли. Давайте попробуем раптора помощнее себе найти. Это кто там? 76-й, 80-й и нейтраль. Надо их, короче, знаете как? Надо их выцеплять чуть-чуть подальше. А, черт. Так, пацаны, давай за мной. Сейчас мы тут, короче, вообще на раптора походу устроим. Так, стопы всем. Стоите на нейтрале, я пошел сам. А то вас тоже передолбят, но вас нахрен. Так, нам нужен 80-й. Наверное. Вон один. Вон второй. В целом. Должны успеть. Первый. Второй. Поехали. Так, значит, ты первый. 80, хорош. Раз. Два. Три. Конечно, сожрут, хотя мне и так будет страшно. 4. 5. 6. Слушай, тебе сколько надо? 7. Давай быстрее. 8. Давай спать. 9. Плохо. Да ты спать-то будешь сегодня, нет? 12 стрел. И не уснул. Давайте этого тогда постреляем, хотя бы для того, чтобы он на нас не напал. Хорошо, не напал. Так. Напал! Да, конечно, давай, ага.
Бей меня, блин, всей толпой. Еще Това зацепил, да? На! Скотобаза, я тебя сейчас устрою. Он, по-моему, Това задел. Сейчас посмотрим, там скин с приручения должно упасть. Зараза такая, я тебя сейчас подожди. Ты сейчас спать будешь тут, блин. Они что-то злые-то все. Давай спи уже. Хорош, наконец-то. Спасибо, соизволил. И колыбельную петь не пришлось даже. Так. Я боюсь, что... Да хрен того знает. Не, по-моему, все-таки, блин, мы его подранили. Тут эта скотина. Ладно. Что такое? Слышь, Колобок, ты чутко неадекватный. Так, ладно, пускай спят, сейчас притамим. Не, ну увидели, а Колобок вообще оборзел. Подошел, главное. Кто? Карну бьем, пацаны, валим, валим козла. Да вы что ж такое-то, а? Завалили опять кого-то. Какого? А, маленького, ладно, не страшно. Короче. Если это изи написано было, я боюсь, что такое хард. Тут, короче, я не знаю, как выживать. Хорошая была мысль завалить диплодога, потому что там с него упала, в принципе, первосортная мяска. И довольно неплохо так превращается. Давайте, мочите вот дидикуруса. Слышь? И чё? Ты пошли вы. Пацаны, я пошел домой. Давайте мы сейчас его немножко опять прокачаем. Вот диплодог ходит. Так, а тут же еще рапторы были, да? Еще, по-моему, один где-то был. Или нет, их же вроде трое тут шарилось. Короче, пофигу. Валим диплодога, прокачиваем рапторов. Идем ищем металл. Правда, я что-то вообще потерялся уже. Ну ладно, сейчас найдем где-нибудь, наверное. Ну во, другое дело. Теперь у всех рапторов седла. На скорпиончике тоже седла. По одной простой причине, потому что седло дает броник довольно неплохой. Поэтому я решил сразу на них напялить всех. Так, идем дальше. Я видел тут двух рапторов, хотел сначала приручить, но я посмотрел, что там левелы что-то вообще никакущие, там 20 какие-то. Поэтому, так, кстати, да, ну-ка, дайте-ка я вот так сделаю, а то что-то я не помню, на чем они у меня стоят. Возможно, даже на пассиве, потому что я за барашкой охотился. А это нам допускать больше нельзя. Так, где-то они были тут. Давайте мы их быстренько колпнем. Самое поганое, я не могу... Вон, валит уже кого-то. Я не могу нигде железо найти, ребят. Пацаны, за мной! Давайте метим, парни, мочим! Пацаны! А, все что ли? Хорош! А что так быстро? Я даже понять не успел, что на меня напали. Красавцы мои. Короче, у меня у всех, не знаю... А, стоп, это не тот. Но тоже неплохо. Так, я их потихоньку прокачу. Короче, у меня, походу, у первого будет армия рапторов. Сейчас я вот выбираю тех, кто там сотый левел и побольше. Хочу реально такую большую чуть делать. Будем потихоньку их наращивать таким образом. Вон он, великий махач. Стенка на стенку, пацаны! Атакуй! Мочи всех! Нормально, там 80 правда был, но я бы его ничего тем не сделал по одной простой причине. Слишком их много было. Так, пацаны, пойдем. А чё? Побежденных-то не жрем, а? О, я... Ребятки, все, задача минимум на сегодня выполнена. Смотрите, я металл нашел. Сейчас мы металл, правда, что-то он вообще капец, как далеко. Охренеть, сколько сюда бегать. О, пацаны, там раптор. Давай, долби всех. Ты, блин. Новички, нубы, нубасы прибежали. Блин, нашли на кого дергаться. Так, собираем, короче, металл, насколько это возможно, тут все ищем по максимуму. И возвращаемся домой. Нам нужно еще поймать стегозавра и в идеале заманить опустошить ловушку, если получится. Вот он, родной и близкий, ходит уже и не знает, как к нам еще тут подойти-то. Уже я в дом потерся и так походил, чтобы его притомили-то. Короче, бьем в лобешек и убегаем. О, нормально, нормально, хорошо пошло. Так, держи. Второе. Давай, третье. Нормально, нормально заходит. Сейчас мы их всех, короче, поймаем. Нужно быстренько, пока он там далековато, нам нужно, знаете, что делать? Нам нужно ход конем сделать. Походу, у нас он не получится. Хотя нет, нормально. Все сейчас будет. Я, блин, маленький коротышка, запрыгнуть не могу, ешкин кот.
А, впрочем, ладно. Он до сюда не дотянется. А моську мы его видим. На, лови. Ой, второй. Так, мы сейчас обоих тогда притамим, наверное. Я что, просто так, что ли, делал стрелы нарком? Нормальненько. Да не залезу. Я надеюсь. Слышь, ты куда побежал-то? Алло. О, сейчас распрыжки. Опа-да. С камушка так хорошо, с понтом красиво. Так, ты там не ори, где там твой друган, братан, почти сестра, вот он бегает. Да куда ты побежал, там этот спинозавр злой. Он тебя сожрет нахер. Слушай, а ты какого левела? Ты, а, ну ты в принципе тоже неплохой. Да нормально, они сейчас туда-сюда бегают. Давайте, короче, такая обувь топить. Там какая нафиг разница. На тебе тоже, раз уж хочешь. Так, пока вот тот сильно не бегает, надо, короче, его вырубать. А, во, нормально, нормальное место, хорошее вообще, отличное. На. И близко, и они не достанут. И капец, я косой. Надо как-то вот так. А, ё-моё. О, нормально, бежи, давай сюда. Хорош. Ты ж не достанешь меня? Спит, хорош. Вообще по красоте придумал. И давай второй сюда же вырубайся. Сейчас вырубим. Спят два наших стеги. Буквально цепят в ведрочке, а мы не откладывали долгий ящик, идем делать ловушку. Идем приблизительно, я думаю, в том направлении вон туда. Последний раз там были у нас... Вот она, собака и первая, и вторая. Именно... Ой, какой красавчик-то! И он, нифига их, короче, тут много. Нам нужно вот эту собаку как-то поймать. При этом, я даже скажу как, мы одну загарпуним болосом. Вот эту вот. Вторую мы сожрем. А эту потом мы как-то затащим, наверное, в ловушку. Короче, это сложная махинация будет. Очень сложно. Ну, давайте займемся ею. Опа, гопники напали. Гопники из сотого левела. Гопники, надо сказать. Но я думаю, мы их, конечно, запинаем, но все таким. Пацаны. Давай атакуем. А что не так-то, слышь? А чего вы на пассиве-то стоите, дебилы? Давайте лупите его, нифига себе, стоят на пассиве. Охренеть, ну это как бы не те гопники, я случайно их нарвался на них, пока ловушечку делал. Так, короче, вообще хорошо. А такие вот они опасные. Короче, опасность в том, что они, блин, кровотечение вызывают. Мне это вообще не нравится. А это что? Что-то есть? Хорош! Вообще нормально, молодцы. Так, бляха, ленивые, блин, драться не хотели, а? Итого, у нас тут три стаи бродячих псин. Надо... Вот, лампадок, ты вообще сейчас не в тему, абсолютно бежишь. Так, надо, короче, быстрее вот так вот делать. А, при этом, херня в чем? Эти ж скотины перепрыгивают довольно неплохо, поэтому нам нужно будет мало того, что в два этажа это все строить. Нам нужно будет еще сделать так, что на противоположной стороне от рампы нам нужно будет поставить три этажа. Так, я думаю, мы, наверное, заманивать будем их все-таки отсюда. Поэтому так вот делаем, так, ставим сразу рампы. И побежали, в принципе, наверное, я выделываться, короче, не стану. Я возьму просто и затолкаю всех в одну большую кучку вот сюда, ловушку в эту. Как-то вот так. Ну-ка. Какой левел? 56-й. Какой? 96-й, нормально. Уже любопытно. Давай. Ой, что я делаю? Это вот надо вообще убрать. А то капец печальное будет случайно, если нажму-то. Ой, еще один. На! Давай за мной, пацаны! Давай, не отвлекаемся, пацанчики, бежим! Бежим! Прыгаем, валим. Хорош! Отлично! Какие левелы? 56-й и 96-й. Вот, в итоге, видите, они прыгают, сволочи. Перепрыгнуть они две не смогут, но они могут прыгнуть, когда будут на рампе. Соответственно, они могут перепрыгнуть. Ой, что-то мне кажется, надо было деревянную делать. Ой, каменную. Ладно, сейчас посмотрим. Этого мы вырубаем, вторую мы заварим. Так, одна у нас скотина убежала. В принципе, есть хорошая новость, есть не очень. Хорошая в том, что вторая-то все еще сидит, и нам надо ее завалить. Сейчас мы ее, в принципе, завалим, а та убежала, убив меня попутно. Вон моя бренная тушка.
Куда убежала, не знаю, но радует то, что она убежала, потому что, значит, по ней торпора уже прошло достаточно. Всего у нее 3300 торпора, если я не ошибаюсь. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это вообще отвратитель, но... Давай, знаешь что, давай вот так вот. Вот. Вот, и не выеживайся мне, скотина. Ох, тут зараза. Это я сейчас в жопу буду тыкать. Хорош. Так, а где нам теперь тут-то искать? Давайте тут попробуем поискать. Черт! Паршиво все, паршиво. А нет, вон она. А, сколько торпора? Ей пятихаточку надо-то. Чуть-чуть не дострелял, ёшкин кот. Короче, на будущее делайте каменные, ребят. Был уверен, что она... Ну, в принципе, от мелкой-то она, конечно, выдержала. Но вот от 90-го левела она вообще ни в какую не выдержала. Раз. Два. Да куда ж ты собралась-то? Никуда ты не уйдешь. Нет, ты, собака, от меня так просто не уйдешь. У меня болосов нет еще, самое-то обидное. Ну, ладно. Перевелись. Ладно. Все, вырубил, вырубил. Нормально. А ты утонешь, да, сейчас? Конечно, ты утонешь. Хотя нет, может быть, и не утонет. Давайте подождем. В принципе, барашка есть, все есть. Кислород у него пока, конечно, заканчивается. Ну, давайте подождем, посмотрим. Давление тут, в принципе, неплохое. Нет, ребятки, эта скотина дралась до последнего. Все, она начала тонуть. И она даже ни одного куся не успела сделать. Ладно, забираем. Так, ладно. На следующей серии мы сделаем такая каменную. А сейчас у нас, не забывайте, у нас же еще два стеги лежат. Я надеюсь, они не стали, потому что, в принципе, довольно много времени потратил. Но, по идее, наверное, не должны были. Давайте их проверим. Вот, первый, в принципе, хомячит. Нормально. Так, сколько проголодался, даже не обратил внимания. Ну да, проголодался нормально. 2300, я думаю, ему это вполне за глаза хватит. Так, а второй у нас где-то вот он тут. Это, кстати, самец-самка, да? Да. Тоже проголодался достаточно неплохо. В принципе, наверное, надо бы кормить сейчас. Другую ягодку возьму. Вот он! Наш красавец! Подожди, тихо. Красавица! А то ходил тут, я тут с дуру-то, блин, начал руками собирать. Во! Сейчас мы только соберем. Второго приручим. В принципе, тамится они довольно шустренько. И грибы... Ой, не, ну они мне вообще не нравятся. Стегозавры вообще классные зверюги такие в плане вот... того, чтобы собрать это все барахло, они просто реально берут хвостом и оба, и сметают. Так, в принципе, нам нужно-то вот и все. Ну-ка, давайте-ка запихнем-ка ему по самое не могу. На, жри давай. Так, а там паразаврик, да? Паразаврик, паразаврик, нет, ты мне не нужен. Твое счастье, паразавр, не нужен ты мне. Так, ну что ж, ладно, тогда в следующей серии мы спокойненько сделаем каменную ловушку. Повторим наш подвиг, только уже по-нормальному. Я еще стрел чуть побольше возьму. Там еще одни бегали, тоже высоких левелов. Все это сделаем, все это будет красиво, все будет грамотно. А на этом давайте мы закончим. Все ссылки будут в описании под видео. Если вам серия понравилась, не забывайте большой палец вверх. Оставляйте комментарии. Не забывайте то, что серии пишутся заранее, пока я отдыхаю. Чтобы вас, то есть, без серии-то не оставить. И, соответственно, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Всем удачи, всем пока.